А збірна України з легкої атлетики повернулася додому з чемпіонату Європи у приміщенні, який минулого вікенду відбувся у Празі. Золото і срібло до скарбнички збірної, вибачте, золото і бронзу до скарбнички збірної цього разу поклали тільки дівчата. Дві Наталії – Пегеда і Лупу. Обидві українки здобули медалі на середніх дистанціях. Пегеда виграла золото у бігу на 400 метрів, а Лупу на вдвічі довшій дистанції задовольнилася бронзою. У залі прильоту аеропорту Бориспіль обидві атлетки світилися щастям. Для кожної ця медаль має особливу цінність. До речі, оригінальний вигляд нагороди чемпіонка Наталя Пегеда пояснила так. Вона символізує ритм серця спортсмена перед стартом. Хвилювання, яке потрібно перевтілити на результат. У кожної призерки був свій рецепт успіху. Убить їх скоростью, знаете, как загнать. Они что тянутся, все равно они смотрят, тянутся за мной. А если кого-то такой скорости немножко не хватает, оно их подсаживает в конце потом. В принципе, как и получилось в финале, что я-то не видела изначально, как там сзади все. Это я уже потом узнала. Я лично думала, что девчонка чешка, да, или француженка, как-то они там будут в призах, потому что... А получилось совсем наоборот. Девочка, испанка, которая по первой дорожке абсолютно не гналась за мной, стала вторая. Вот там тоже, как бы, она пошла своим бегом, она ни на кого не смотрела. И она сделала свою работу правильно. Так само, как бы, я свою, она свою. А те, кто просто погнался, остались за бортом. За словами Наталії Лупу, її бронза чи не найважча медаль у кар'єрі. Під час підготовки доглядала травмовану сестру, тому не могла повністю поринути у роботу. Та й склад учасниць фінального забігу виявився таким, що претендувати на медаль могла чи не кожна спортсменка. Все рішається тільки на фініші, хто що може. Тобто, якщо якісь лишні рухи по дистанції, вже на фініші вже не такий сильний. Здесь... То есть девчонки были в финале настолько все одинаковы по результатам, что то есть, вообще неизвестно было, кто выиграет, кто, ну, кто займет первое место, кто второе, кто третье. Я пришла на разминочное поле и мужу своему говорю: «Сереж, я все-таки третья, у меня медаль есть». То есть, ну, я радовалась очень сильно. Для меня эта медаль очень важная. Как мы видели, Наташа Лупу бежала потом еще и в эстафету. В эстафету мы ее специально поставили, подразумевая о том, что Наташа сейчас действительно на ходу, и находится в очень хорошей форме и сможет помочь нашей команде, что в принципе и произошло. Выступление команды я бы оценил как такое стабильно хорошее. То есть в принципе мы ехали и в уме так держали, что где-то 2-3 медали мы завоюем. Ну не хватило чуть-чуть Андрею Проценко. Ну как бы, ну, это зимний сезон, он прошлый сезон отработал. Работал на всех стартах, был в призах. Поэтому как бы, ну, не будем корить его, тем более он переболел через неделю назад, у него была высокая температура, поэтому не совсем было хорошее у него физическое состояние и не смог попасть в свои прыжки. Вот. Эстафетная команда для нас вообще, как бы, мы ее, она у нас ехала по приглашению, эстафетная команда женская по приглашению, то есть как бы, мы не ставили никаких задач, то есть как бы, девочки должны были просто выступить на своем уровне. Ну, приехав туда, мы посмотрели заявки всех соперниц, посмотрели то, что, в каком состоянии наши девочки находятся, и где-то так в душе уже так начало, так, ну, так думали, что девочки поборятся за медаль. В принципе, они боролись до последнего этапа за медаль. И, ну, вернее, до последних 30 метров они боролись за медаль. Были так все шансы. Вот, немножко помешала, конечно, французская бегунья Наташа Пегеде на первом этапе. Вот, мы там попытались, как бы, подать апелляцию на это, чтобы пересмотрели результаты бега. Ну, там понимали, что это бессмысленно, как бы, но какая-то такая надежда была, потому что французы стали чемпионками Европы. Я думаю, никто бы не стал бы чемпионок Европы снимать. Вот. И все девочки пробежали, ну, на своем уровне. Никто не показал результат какой-то хуже, чем он был здесь, у нас дома, на чемпионате Украины. Чемпіонат Європи у Празі завершив зимовий сезон. Тепер атлети переключатимуться на підготовку до чемпіонату світу у Пекіні. Руслан Свірін, Євген Товкай, телеканал Київ. Ну, я додам, що ось підсумки чемпіонату Європи у Празі підбивав Ігор Ліщинський, державний тренер збірної України з легкої атлетики.